Привет! Вы снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать, как с помощью небольших настроек в вашем смартфоне на операционной системе Android либо iOS от фирмы Apple, как с помощью изменения одной настройки можно отследить свой телефон в случае потери либо кражи, а также узнать местоположение ваших детей, девушки либо парня по его согласию, либо ее согласию. Итак, давайте приступим. Первое, что нам нужно, это чтобы на смартфоне были установлены Google карты. Они, в принципе, идут уже в базе со многими смартфонами. Как видите, у меня есть. В вашем случае, что нужно сделать дополнительно, если они у вас не установлены, то в Play Market либо App Store установить это приложение бесплатное. Если установлены у вас карты, то все равно нужно зайти в Play Market и в поиске написать Google Map и выбрать приложение карты, навигация от производителя Google LLC. И если есть кнопка обновить, то нужно обновить, так как эта функция появилась в обновленной версии. Вам нужно обновить карты. После того, как вы скачали и обновили ваш Google карты, открываем. Далее нажимаем здесь на три полоски и выбираем передачи геоданных. И дальше читаем, о чем этот сервис. Нажимаем поделиться местоположением. И можете выбрать ваша задача сейчас. Это получить ссылку. Вам сейчас приложение Google даст ссылку, по которой можно будет из любой точки, по этой ссылке можно будет получить местоположение конкретно этого телефона. Вы можете эту ссылку отправить себе же в WhatsApp, в Telegram, либо в другие средства, либо просто скопировать в буфер обмена. Скопировать и сохранить эту ссылку вам нужно будет где-то в каком-то месте. И по этой ссылке вы сможете с любого устройства увидеть местоположение своего смартфона. И еще одна настройка, которую также заходим в то место передачи геоданных. Так, я пока остановлю. То же самое нажимаю. Еще одна настройка, которую я не рассказал, но которая является самой важной, это время, в течение которого Google будет по этой ссылке, которую вы скопировали, будет предоставлять доступ к местоположению смартфона. Время. То есть вы можете выбрать 1 час, можете выбрать несколько часов, а можете выбрать, пока не отключу. То есть все время будет по этой ссылке, вы сможете получить доступ к местоположению своего смартфона. Итак, надеюсь, видео было полезным. Если так, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал.